Всем привет! Наконец-то, спустя 9 месяцев, я решила снять жизненную ситуацию 2. Давайте поскорее начнем. Современные проблемы. Блин! Из той же серии. Девочки меня сейчас поймут. Обожаю так делать. Черт! Когда опаздываешь. Ты пожалеешь об этом. Уверена на 200%, что у вас так было. Что с ними не так? Люблю покушать в комнате, но ведь еду еще надо как-то донести. Я не безответственная, мне просто вылетает из головы. Ребята, открываем дневники и записываем, что завтра обязательно нужно принести копию паспорта. Ты и запомни. Ладно, запишу. Можешь сделать пометку на руке. Видно, не судьба. Видно, не судьба. Нет любви, да нет любви. Этот страх казни. Да. Мне конец. Нечто очень жизненное. Какие классные джинсы беру. Зачем я их купила? Они небольшие, не с чем носить, да и вообще не идут. А вот, собственно, и причина моих вечных опозданий. Мне выходить через 5 минут, успели посмотреть ролик? Конечно, да. На этом все. Надеюсь, вам понравился этот видосик. Если так, то поставьте пальчик вверх. Возможно, я придумаю еще третью часть. Пока, еще увидимся.